Привет тебе. Я Коперник, и это... Тук-тук-тук, что я там слышу? Stop, human souls. There's nothing for you past the gates. Стой, человек. То, что за воротами, не для тебя. Human. Человек. Твой путь идет не туда. Хельхейма больше нет, он уничтожен. За воротами находится лишь сгоревшая затопленная тишина. Да вот что-то, судя по звукам, нихуя. Там находится Настранд. Самое безнадежное из оставшихся мест. Стены свиты из хребтов змей, а в дверях, которые не ведут никуда, шныряют пожиратели трупов. Вернись, человек. Да нет, судя по всему, там Хельхейм. Хотя нет, из Хельхейма не так просто докричаться хоть куда-то. Так. Ну смотри, в принципе. Господи, кто ты такой? Как ты можешь быть жив? У тебя ничего не осталось. Я Гарм, страж ворот. Страж Хель. Дама с Валью. Я был всем этим, стал старым, слабым, незначительным. Помоги. Дама с Валью — это Хель? Ты серьезно говоришь, что Хель где-то здесь? Я не знаю, как я могу тебе помочь. Положи конец моим страданиям, моему отчаянию. Хочешь, чтобы я тебя убила? Я не могу. Вверху камень, острый пик, столкни на меня, пожалуйста. Да. Кто не знает, Хель — это... повелительница мертвых, что-то типа Ида. Что-то типа Ида. Так, я забираться сюда не могу. Вот он камень. По идее, я тут как-то туда должен зайти, да? Но как? Как, блин? Это тяжело проблематично, на самом деле. Я, кстати, если что, вы заметили, чуть-чуть поуменьшил камеру. Изображение на камере, потому что вам... Вы не видели глаза волка, который появился, пялился. Как? А вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Thank you. Спасибо. Боги. Бедное создание. Так, вот молот Тора. Здесь была какая-то война, какая-то борьба. А дверь не открылась? Как его поперли-то тут? Так. Не, вряд ли. Это не открыть. Ну ладно. Стучаться, все стучаться с той стороны. Все стучаться. Так. А вот и пенится.
я ж кнопку W потерял. От страха. Пение. Это ведьма. Она жрет мои FPS-ы, блять, падла. Мам, вот что я хочу. Так я уже есть дома, идем. Мам! Послушай маму, Эспен. Эспен, ты ее не получишь, пойдем. Но я хочу, мам. Нет, иди сюда. Нет. Господи, что наделала? О, прости, Эспен. Она что, утопила? Руку сломала? Нет, пожалуйста, зачем ты делаешь? Я не хотела. Срака улетела. Так, подожди, стой. Можем пойти туда. Там никого нет, да? Ладно, пошли так. Здесь довольно светло. О, креслица. Надо сказать, что произошло. Нет, ради бога, если мы расскажем, что она делала, я потеряю фирму. И Эспена заберут. Так надо поступить. Так будет правильно. Пожалуйста, пожалуйста, ничего не говори. Я случайно, я не хотела. Знаю, знаю. Это будет неправильным. Да, но мы с этим справимся. Давай оставим все. Справимся с ним вместе, хорошо? Я люблю тебя. Прекрати, прекрати, я не хотела. Больше не надо показывать. Что, она ему что-то сломала или убила его? Она же не убила, вроде жив, здоров. Хочешь его? Развод, черт побери, я хочу развода. Ну, наконец-то. Ладно, ты его получишь. Но Эспена заберу я. Моего сына ты не заберешь. С тобой не оставлю. Господи, ты же ему руку сломала. Ох, когда ты, блин, перестанешь мне это припоминать? Я случайно, случайно. То есть ты с тех пор каждый день как смотрел на меня, как будто на какое-то чудовище. Говорю тебе, хочешь развода, Эспен останется со мной. Нет, ах ты тварь. Пожалуйста, прекрати. Все, сдаюсь, только больше не надо мне это показывать. Че, прям пиздюку, прям настолько легко руку сломать? Не знал? Серьезно не знал? Пиздюку. Пиздюку. Где же ведьма? Где же ты? Пиздюку. 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 Он врет, он никогда ее ни Эспена не бил. Пожалуйста. Тихо сядьте сейчас же. Я вношу решение в пользу истицы. Госпожи Даль, за ней остается право единоличной опеки над сыном Эспеном. К ответчику не достается права на посещение, а бессрочный судебный запрет вступает в силу немедленно. Вам запрещается общаться с бывшей женой и Эспеном. Подходить ближе, чем 60 метров к их дому, школе Эспену и ее месту работы. Заседание суда закрыто. Нет, пожалуйста, черт побери. Пустите, не надо, пожалуйста. Не забирайте его у меня. Пожалуйста, остановлюсь. Пусть он будет у Эрика. Я не могу. Я не хочу видеть то, что будет дальше. Пожалуйста, не надо. Госпожа Даль, разрешите войти? Вам лучше присесть, сказать, в любом случае это нелегко, поэтому я просто скажу. Сегодня во второй половине дня ваш муж был найден мертвым у себя дома. О боже мой, нет. Сейчас мы разбираем версию о самоубийстве, но ведется следствие. Теперь вы в безопасности. Наконец-то вы с Эспеном в безопасности. Мне жаль, мне очень жаль. Жаль, что этого не изменить. Самый дурной поступок в моей жизни. Почему она-то? Почему она здесь виновата? Чем она здесь виновата? Я любил его в самом деле, и сын тоже любил, и сделал все, чтобы он был рядом. Ужасно, ошибка совершила. Я идти вдоль дальше не могу. Какой-то пердеж мне мешает. Все разрушило. О!
Никогда себе не прощу. Теперь ты довольна, тварь? А при чем здесь она? Ну, типа, у мужа хреново было с кукушкой, он взял, самоубился, это его личные проблемы. В плане того, что он сам решил самоубиться. В чем, блядь, вопрос? Не совсем понимаю. Начинается рассвет. Я не справлюсь. Мухи? Куда дальше, куда дальше? Окейна. Пусть будет так. Пусть будет так. Синие деревья. Зеленые. Что это, блядь, такое? Зеленые какие-то кристаллы, синие кристаллы. Это что? Лед? Типа ледяные великаны вернулись? Бля, прям все здесь расхуярили. Здесь была какая-то битва, сражение. А, понял. В этой битве, собственно, и погиб. Тот товарищ, который должен был выиграть. И, соответственно... Зло победило. Не должно было, но победило. Ой-ой-ой, маменький, ты застреваешь за километр от дерева. В дереве же застреваешь. Красиво. Такое мурло, блин, корявое. И шаг тебя нюхал, мамзеля. Так. Вроде пусто. Юстудей. Вот так тихо, вот так на не... А, это из этого. Из земли прорастали эти хероборы. Да вообще не повезло чуваку. Наверное, больно. А, хотя хер его знает. Красиво, красиво, ничего не скажешь. Так. Так. Солнце всходит. Безумно красиво. Ой-ой-ой. Так, я чуть было не навернулся. Куда-куда-куда теперь? Сюда? Да, сюда. Блин, красиво. Воистину красиво. Ёбаный рот, что... А, то же самое здание, только с другой стороны. Это какие-то зеленые, синие кристаллы. Я не понимаю, зачем они прорастали. Кто-то... Магия какая-то, типа, по идее. Должна быть. Как бы нихуя. Фиг его знает. Еще раз извиняюсь, но зеленые кристаллы более красиво смотрятся, чем синие. Синие похожи на метх. А вот и гигантский скелет кого-то. Видимо, того самого божества.
Как видишь, ему сердце пронзило. Да, как видишь, ему пронзило сердце осколком. Чувак какой-то каменевший стоит. За голову схватился. Теперь ты это и увижу. Видишь его тоже, да? Вот этот вот. Чипальдук. Какой-то окаменевший. Что это такое? Что ты такое? Классно, красиво. Щит. Питер. Все ты это начал. Все-таки добрался до своего трона. Древний великан. Так сказала, пидор. Окейно. Так, это этот же скелет лежит. Ебучий, боже мой, боже мой. Волк все-таки существует. Ёбаный черт. Нихуда. Это что, его пасть такая, типа? Махатма, хатма. Желтые кристаллы, уже оранжевые кристаллы. Нифига себе, волчара. И тут чувак повесился. Ты серьезно, блядь, нашел где повеситься? И тут повесился. Что-то висельников-то у вас много, а? Так. Так. Ой-ой-ой. Музыка классная. Да, это гигантская пасть гигантского волка. Офигительно. Смотри, я уже назад возвращаюсь, так? Вот он, выход. Отсель, по идее. С корабля, да? Ну что ты, маманька, ёбаный рохли? Ну куда ты ж? Ты ж. Ох, блядь. Так вот в нос провалился, да? Ну пофигу. Уже красные кристаллы. Офигительно красиво. Ёпс тудей. Вот это ты даешь, волчара. Газу. Нифига себе. Эти гигантские неваляшки. Погремушки. Красиво. Черт побери, как же здесь красиво. Ты застыл в Т-позе. Ты смотри, мать, не богуй так особо больше. Так, сохраняшечка-няшечка. Ебёный щипальдук. Он великоват, мне кажется. Эспин. Фенрир, я не могу. Больше не могу, я не могу это сделать. Эспин, тебе придется прыгнуть, мальчик. Не заставляй меня сделать это еще раз. Эспин, стой, пожалуйста. Боже мой, Эспин, посмотри на меня. Мам, я по тебе соскучился. Я тоже соскучилась, маленький мужчина. Пожалуйста, отойди от края. А, я здесь даже управлять не могу. Я должен это сделать, понимаешь? Нет, Эспин, не надо. Ты не обязан это делать. Есть и другие дети. Пожалуйста. Закрой рот, хренов трус. Он просто делает свою работу. Он защищает всех нас. Глянь на него. Ему не хочется это делать. Эспин, я люблю тебя. Я горжусь тобой. Ты очень смелый. Но я не хочу, чтобы ты это делал. Прошу тебя, пожалуйста, ты мне очень нужен. Я люблю тебя, мама.
Я тоже тобой горжусь. Нет, стой! Ёб твою. И маманька полетела. Да? Старый хрыч. Все попортил. Какой-то он, Эспен, какой-то он дурной, что ли. Я хрен его знает. Может быть, слишком взрослый. Хотя нет, этой взрослостью это не назвать. Так, старичок пошел искупаться. Как и Эспен. Боже мой, Эспен. Эспен. Типа в волчьей пасти оказались в озере. У волка в озере пасть. В пасть озера. Я не совсем понимаю. Эспен, не покидай меня, пожалуйста. Е. Нет, не хочу. Боже мой, Эспен. Эспен. Вернись, вернись. Эспен, come back. Если не спасу, что будет? Блять, F to respect, знаешь. E to save Эспен. Ладно. А так будут, блядь, постоянно делать, да? Давай еще немножко посидим, потусим. Вон у старика тоже там, глянь, под водой руки дергаются. Как будто он рыбу гладит какую-то гигантскую, да? Если я не хочу спасать Эспена, все. Все, он умер. Умер, маманя, умер, блядь. Надо кидать его на бок, блядь. Понимаешь, на бок или на живот, чтобы он воду выплюнул. Сейчас он ничего не выплюнет. Пак. Где я нажал уже Е? Хуй. Давай, Эспен, пожалуйста, давай. Ку принять. Что принять? Нет, пожалуйста, вернись, пожалуйста, вернись, вернись, пожалуйста. Ой, уж рот открывается, ты чё, дуринин? Живой, переверни его на куда-нибудь. На бок, чтобы хоть вода вытекла. Бум! Эспен, мне жаль, я тебя люблю. Я люблю, мой маленький, тебя, мой маленький мужчина. I love you, little man. Goodbye. Прощай. Покойся с миром. In town halls and libraries. В ратушах и библиотеках, парикмахерских и барах находятся люди, которые так и не знают, что сделалось ради них, что он сделал ради нас всех. Мы продолжаем жить, как всегда, высокомерно и беззаботно. Но этому есть цена. Я не сумела спасти свой брак, не сумела спасти Эспена, но он спас нас. Он защитил нас всех на какое-то время. Он был маленьким мальчиком, мой прекрасный сын. И мне пришлось поцеловать его на прощание. У меня такое чувство, что сердце мое никогда не оправится. Он был лучше меня абсолютно во всем, чем я только могу думать. Не знаю, где он бродит и куда он идет совсем один, но где бы он ни был, я просто очень горжусь им. Я любил его до боли, до сих пор люблю. Эспен был моим любимцем, моим лучшим другом. Я его потеряла. Мы потеряли друг друга. Я не знаю, смогу ли я себя простить. Но теперь я могу простить Эспена. Я не буду строить из себя хорошую мать, но я воспитала хорошего сына. Теперь мне осталось лишь убедиться, что его жертва что-то значит. Нихуя-то дриадой стала! Маманька. Красиво.
Красиво. Красиво. Красиво и для проекта, можно сказать, полуиндюшного, очень даже хорошо. Даже ничего страшного, что есть большие проблемы с производительностью у игры. Но... это было неплохо. Да, есть пара багов, пару лагов, пару глюков, пару недочетов. И... плохая производительность, но история неплохая, и в принципе эта история, она такой была, она такая есть. Что я могу сказать? Я бы поставил игре, ну, она была очень хорошая. Ну, где-то, если брать из 10, семерочка крепкая. Если бы не было багов, лагов, глюков, то была бы оценка выше, но чисто из-за технических, так сказать, недочетов, да, в основном. Ну, конечно, хотелось бы русский перевод. Вот. Так как это, естественно, продукт уже целиковый, его нельзя расценивать как нечто. Потом допилим. Нет. 7 из 10 — это очень даже хорошо. Это больше, чем у Metro Exodus, насколько я понимаю. Да. Неплохо, неплохо. Если есть желание, можете, соответственно, купить эту игру, перепройти, если вдруг только этот выпуск видели. Или какой-то из предыдущих, да, грубо говоря, сразу включили. Рекомендую. Я просто жду окончания титров, что будет... когда титры закончатся, и там всегда что-то интересное есть. Давайте, чтобы вас не томить, я жмакну на паузу, когда титры закончатся, я включу. Нифига, её реально люди делало. Так вот, люди подошли к концу. Титры закончились. Thanks for playing. И какая-нибудь послесловка. Я слышу птицы. И вряд ли они... это не у меня за окном, скорее всего. Я не могу просто понять. Или в игре они. Ладно. Ничего. Как видим, ёбаный ничего. Да, все. Коллекция. Все же собрали? Нет, ну пару не собрали, в общем, ничего страшного. Что-то не собрали, что-то собрали, ну в принципе. Снеговик, белка, марка автомобиль. Ладно, ребяточки, спасибо за то, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, еще увидимся в ближайшее время. С вами был Коперник. Пока-пока. Красиво. Красиво.